Глава Минздрава грозит возвратом строгих карантинных мер, если израильтяне продолжат игнорировать предписания. По словам Эдельштейна, в Израиле сохраняется очень тревожная тенденция роста заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава отметил, что в данный момент в правительстве продолжают постепенно отменять карантинные ограничения, однако если израильтяне дальше продолжат игнорировать предписания, строгие карантинные ограничения будут введены обратно. Кроме того, Эдельштейн отметил, что железнодорожный транспорт пока не может возобновить работу в Израиле.